Всем привет! Я долго от вас скрывал, но на самом деле я тот еще джедай. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? Google выпустила очень интересную игру, и сейчас я вам ее покажу. В этом мне поможет мой телефон и мой Mac. Называется она «Побег со световым мечом». Как в нее играть? Вам понадобится ваш iPhone или Android. Здесь на экране показывается ваш персональный адрес, по которому вы должны перейти, чтобы поиграть. Заходите в своем телефоне в браузер и вводите эту ссылочку. Она очень длинная, но по-другому никак, ее не скопируешь. Каждый раз ссылка разная. Q. Вот сейчас происходит настройка. Настройка происходит здесь и настройка происходит здесь, потому что произошло подключение. Итак, нажимаем «Начать». И, соответственно, все происходит здесь и здесь. Настройка завершена. Теперь мы готовы. Происходит включение. Звуки, общий звук мы слышим здесь. И слышим звуки с телефона. Итак, мы отправились на какую-то базу. Сейчас мы научимся драться сначала, то есть это тест. Появляется у нас здесь вот такой вот световой меч. Нажимаем включить, и появляется этот меч здесь. Я управляю этим мечом со своего телефона. Здесь сейчас убить противника не получится, вообще мы должны отразить атаку. Сейчас мы просто проходим обучение. Попасть нужно, по-моему, 3 раза. Я пока еще сам толком не разобрался, как управлять. Но звуки, как вы слышите, очень слышно того, что ты управляешь мечом. Идем дальше. Нифига их тут. 2 их уже. Опа. Самое прикольное, что очень хорошее подключение, как бы, и я понимаю, что я делаю. Я не просто так махаю, как когда если надо в эту сторону, то ты махаешь здесь. Давай! Конечно, не совсем все синхронизировано, но в целом неплохо. Йо-ху! Давай! Так, ох, нифига, я ему руки сломал. Давай. А, вас поймали, what the fuck. Давай еще раз. Я чувствую себя джедаем по-настоящему. Да как? Не могу отбить, очень сложно попасть, нужно предугадать. Блин. Давай, вот он, ей. Ха-ха. Я опасный. Почему? А, все. Этот уровень мы прошли. Мы заработали, мы прошли его за 2 минуты 18 секунд. Но, как бы, здесь вся фишка в том, чтобы пройти очень быстро. Вот такая вот интересная игра. Для меня это было в новинку, что можно так легко подключить телефон и компьютер. Не обязательно ваш телефон должен быть Apple. Может быть, это и Android, и компьютер ваш может быть Windows. Так что попытайтесь это сделать у себя дома. Ссылочку я оставлю под видео. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока! Не забудь подписаться на канал, если ты не мог, тебе не будет стыдно. Смотри новые видео, не пропусти, добавь друзья.